Марко Ван Бастин родился 31 октября 1964 года. В городе Утрехт, Нидерланды Марко Ван Бастин не исключение. Отец Еб довольно успешно играл в футбол, мать Лени – гимнастка. Сын рано познакомился с кольцами и брусьями, но был готов бросить все, чтобы лишний раз погонять с друзьями мяч. Начальное футбольное образование Марко получил в любительском клубе Элсенквик, затем перешел в юношескую команду клуба УФ, который базировался в родном Утрехте. На 13-летнего парнишку обратил внимание тренер юношеского состава Фиенорда, однако Лео Бенхакер не сошелся во мнении с Ван Бастеном Старшим в том, что Марка может играть в этом клубе. Йоп видел сына исключительно в Эксе. В Амстердам Марк переехал в 1981 году. В Айксе молодого нападающего взял под опеку сам летучий голландец Йохан Кроев, вернувшийся из Америки, чтобы завершить карьеру на родине. Дебют Ван Бастина в основном составе состоялся год спустя, а в 19 лет он с 26 голами стал вторым бомбардиром Европы после Ливерпульца Иоанна Раша. В 1986 году золотая бутса досталась уже Марку за 37 забитых мечей. Вместе с Годензоном Ван Бастен трижды выигрывал Кубок Голландии и столько же раз становился чемпионом страны. В финальном матче Кубка обладателей Кубков в 1987 единственный гол форварда принес Аэксу победу. Летом 1983 -го года марков в составе сборной Нидерландов отправился в Мексику на молодежный чемпионат мира. На турнире команда не без усилий Ван Бастена дошла до четвертьфинала. Осенью того же года зарекомендовавший себя футболист попал во взрослую сборную страны. Дебют в основе пришелся на матч с Исландией, по итогам которого победитель отбирался в сетку первенства континента. Оранжевые выиграли со счетом 3-0. Считается, что голландский футболист забил один из самых красивых голов в истории игры. Это произошло в финале чемпионата Европы 1988 года, когда сборная Голландии сражалась против команды СССР, Ван Бастин довел счет до победного 2-0 невероятным ударом со острейшего угла в ворота Рената Досаева. По итогам турнира Марко получил первый в карьере золотой мяч, который подарил отцу. Следующий приз лучшему бомбардиру стоит у футболиста дома хотя Ван Бастин считал, что награды был достоин Франко Борези, одноклубник из Милана. В Италию Марко, голландец по национальности, попал в 1987 году. Президенту Россонери Сильвио Берлускони спортсмен понравился не столько внешними данными, рост 188 сантиметров и вес 80 килограммов, важными для нападающего, сколько исключительной игрой. А выбирать было из кого? Селекционеры присмотрели еще Юргена Клинсмана, Олега Протасова и все того же Иоанна Раша. Ван Бастин обошелся Милану в скромные по сегодняшним меркам 800 тысяч долларов, играя за итальянский клуб, Марка реализовал 33 пенальти. По статистике, результативность форварда составила 92%. На футболке игрока красовался 9 номер, но мало находилось тех, кто не считал бы легионера первым. На счету Ван Бастина периода Милана два кубка чемпионов, два суперкубка УЕФА и столько же межконтинентальных кубков, по четыре звания чемпиона Италии и обладателя суперкубка Италии и трофа Луиджи Биорлосковни. В 1992 году Ван Бастин получил еще одну медаль чемпионата Европы, на этот раз бронзовую, очередной золотой мяч, который отдал Берлускони, и продлил контракт с Миланом. Зарплата любимца фанатов Дьяволов составила 5,25 миллиона долларов в год. Однако травмы заставили Марка повесить бутсы на гвоздь в расцвете лет, и в мае 1993 года в финале Кубка Европейских чемпионов легендарный нападающий сыграл последний матч за клуб. Болезнь проявилась у футболиста еще в детстве. Ван Бастин пережил не одну операцию. Врачи даже пришли к выводу, что у игрока специфическое строение голеней. В августе 1995 года официально объявил, что его карьере игрока пришел конец. Но незадолго до чемпионата мира 1994 года наставник голландской сборной Дик Адвокат предложил Ван Бастену занять место Руду Гулита, с которым у тренера случился конфликт. Участвовать в таком знаковом событии Марко запретил как раз Милан. Руководитель клубной медицинской службы Радольфа Таванов вспоминал, что к форварду относились как к хрупкой ценности, берегли, не давали тренироваться в холодную погоду. Последняя игра Ван Стена за сборную полуфинал Евро 1992. Голландия намеревалась повторить успех четырехлетней давности, но путь к золотым медалям преградили будущие чемпионы датчане. Алая Гвардия победила в серии после матчевых пенальти. А Марко Сивой 11 метровый не реализовал. Прощание Марка Ван Бастина с футболом проходило на домашней арене Милана стадия Джузеппе Миза в присутствии 85 тысяч зрителей. Однако через несколько лет футболист, к удивлению многих, начал тренироваться с любительским клубом Нордвик, владельцы которого несказанно обрадовались появлению в составе такого известного игрока. Марко даже успел забить в первом матче два гола, но вскоре проблемы с ногами обострились. Форварду пришлось признать, что бегать по полю и забивать больше не придется. Статус тренера Ван Бастина не привлекал, тем не менее лицензию получил. В Италии ему предлагали посты на выбор, но бывший футболист предпочел делиться опытом с соотечественниками. Марко ассистировал в молодежке Аякса, затем встал у руля национальной сборной Нидерландов. На чемпионате мира 2006 команда одолела румынов, действующих чемпионов итальянцев и серебряных призеров французов. Остановило шествие оранжевых только сборная России. Потом Ван Бастин ненадолго вернулся в Аякс, тренировал Алкмар Занстрек и Херенвен. Потом у экс-футболиста умер отец. Марко тяжело переживал утрату, выявились новые проблемы со здоровьем, с сердцем, и Ван Бастин завязал и с тренерской работой с женой Лизбет Ванда Капелевин нападающий жил долго, и только за пару лет до того, как закончить играть в футбол, Марк решил узаконить отношения. Случилось это в старинном замке Хайзерлен в июне 1993 года. Супруги воспитывают троих детей, сына Александра и дочерей Ребекку и Анжелику. Любимое времяпрепровождение Ван на гольф. Марк не только играет в собственное удовольствие, но и не отказываются поучаствовать в благотворительных турнирах. Иногда специальные соревнования проводятся под патронажем Милана. Разумеется, они не обходятся без Ван Бастина.